Здравствуйте, дорогие подписчики, уважаемые зрители! Сегодня я приготовлю на завтрак салат «Лидия Органик». Назвал я его в честь своей подписчицы, которая, собственно, и предоставила эти замечательные овощи со своего огорода. Это лук-порей и сельдерей листовой. Сейчас я его приготовлю, этот салат. Он очень простой, но очень также и вкусный, и полезный, витаминный. Что значит органик? Это значит овощи, которые выращены в таких естественных условиях, не в промышленных. В общем, сами понимаете, чем отличаются, например, помидоры тепличные от грунтовых. Вот примерно тем же самым и отличаются овощи, которые человек у себя на огороде вырастил, от тех каких-то овощей, которые продаются промышленным способом, производятся. Итак, салат «Лидия Органик» из листового сельдерея и лука-порея. Кроме того, еще в состав у нас входит масло горчичное и соль адыгейская. Соль адыгейская куплена в магазине «Пятерочка». 51 рубль, там упаковка, килограмм, что ли, полкило, не знаю. И масло горчичное тоже в магазине «Пятерочка», но также я еще видел его в магазине «Магнит». 118 рублей литр, 140 рублей литр, в зависимости от акции. В общем, будем готовить. Способы приготовления салата у каждого свои. Как ему удобно, так он и готовит. Я покажу, как я данный салат готовлю. Вчера вечером я приготовил, попробовал, мне очень понравилось. Режу для начала вот лук-порей потоньше. Примерно так же я его и режу, как режу лук репчатый обыкновенный. Лук-порей. Теперь сельдерей листовой берем и тоже режем так. Кому как нравится, я вот так вот режу. Очень острый нож, долго не тупится. Продается в магазине «Галамарт». Мне очень нравится такой нож. Очень тонкое лезвие. Вот именно лезвие. Режет замечательно. И заточить тоже нетрудно, хотя он долго не тупится. Похвалю нож. Так. Порезали. Овощи прекрасные, но, так сказать, деликатность усвоения требует, чтобы мы чуточку их умягчили. Поэтому берем соль. Как Овидий, по-моему, писал, грубые овощи мы вареньем умягчаем, там и все такое. Это грек, по-моему, древний. То есть нужно их чуточку размягчить. То же самое, кстати, я делаю с репчатым луком. Когда я готовлю его, пожмякать я это называю. Не знаю, как более культурно сказать, но чтобы было понятно, это называется вот жмяканье лука у меня. То есть разминаю, растираю. Для того, чтобы он, так сказать, сок из него потек, чтобы он на воздухе, так сказать, немножко стал более приятным. Сельдерей-то, в принципе, он и так нормальный, но все равно, знаете, при воздействии солей, я вообще соль, честно говоря, не ем в чистом виде, но с добавками, может быть, с сыром, там,
В смысле, соль она в сыре содержится, вот. То есть сыр я употребляю, и хлеб иногда кусок съешь. Там соль-то есть. Соли очень много везде, поэтому в чистом виде нет смысла употреблять. И данная приправа, адыгейская соль или абхазская соль, я не помню, по-моему, адыгейская. Тут много всего содержится, всяких специй. Она очень ароматная, и в данном случае употребление ее оправдано хотя бы тем, что тут специи в нее включены. Вот. Ну, в общем, отжал я лук, пожмякал сельдереем. И теперь вот эту благоухающую, прекрасную на запах и бесподобную на вкус витаминную вот эту вот массу салатную нужно заправить маслом. Ну, я, так сказать, попробую, вот, в принципе, попробовал уже горчичное масло. Очень мне понравился вкус получившийся салата. Вот. И рекомендую горчичное масло. Из Пятерочки, из Магнита, нерафинированное. Вот. У этого салата есть также такой эффект. Он не знаю, что делает, но вчера я его вот поел на вечер. И сегодня обнаружил, что на весах у меня вес меньше стал. Вот. Ну, я питался как обычно, как всегда. Но вот заметил такое дело, да, вес прилично так уменьшился. Может быть, это еще и с прогулкой вчерашней связано. В общем, беру я ложечку масла чайную и перемешиваю. Больше я не буду брать, можно было и 2, и 1,5 ложечки, но я не буду. Вот. И получаем мы салат Лидия, органик. Вот, оцените его внешний вид. Посмотрите, как он приятно, аппетитно выглядит. Естественно, вот пожмяканный, так сказать, отжатый салат, перетертый, он намного более приятен и мягче, и вкус, и вот они взаимопропитались. Эти овощи, сельдерей и лук-порей, вкусом своим пропитались, обогатили друг друга соками. И на вкус это на самом деле бесподобно, особенно вот приправленные солью и маслом. Как монахи говорили, православные, что не помню, где это написано, что пища приправляется солью и маслом. Ну, монахи, они скромно жили. Вот соль, масло они употребляли. Не помню, кто из святых отцов написал, пища приправляется солью и маслом. Вот мы и приправили наш замечательный салат Лидия органик солью и маслом. Осталось только положить сюда немножко гарнира какого-нибудь, какого сейчас покажу. Ну вот, собственно, наш гарнир. Это картофель отварной в мундире. Ну, кожицу я уже снял. И яйцо. Также хочу сказать, что вот вчера, например, я вечером готовил такой салат. На гарнир у меня была гречка отварная. Обыкновенная гречка. То есть гречка он тоже хорош. Ну, вот так как-то. Вот, пожалуйста, салат Лидия Органик. Попробую, конечно. Хотя вчера я уже попробовал, мне очень понравился этот вкус. Освежающий такой, витаминный. Вкус замечательный. Этот салат очень полезен будет и осенью, и зимой, и летом, и весной, в любое время года. Я говорю летом, потому что в начале лета тоже бывают трудности с витаминами. Поэтому кто-то может теплиться, вырастет. Не знаю, что вот вроде как сельдерей или лук-порей
Лидия выращивает очень сложно там с рассадой как-то что-то, в общем, не знаю я. Это, кого интересует, спросите. На канале блогер Людмила из Орла есть. Вот Лидия, это ее мама. Особенности выращивания лука, порея и сельдерея. Можете у нее узнать, заодно и подпишитесь. Очень умная женщина, садовница, огородница. Салат прекрасный. Большое вам спасибо, Лидия и Людмила, за предоставленные овощи. Правда, очень понравился. Ну, я просто вегетарианец, я вообще люблю все растения. Ну и по текущей ситуации, по холодной, по осенней, очень полезны есть витамины. Вот. Большое спасибо, желаю вам здоровья, хорошего настроения, а также и вам, мои дорогие зрители, подписчики. Всего доброго, до новых встреч.